Добрый-добрый вечер! Вас приветствует питомник Чихуахуа Элсми Голд. Мы из Крыма, Симферополь. Те, кто не подписан на наш канал, подписывайтесь. Смотрите ролики с нашими любимыми чихуашками, которые выходят каждый день. Я снимала здесь малышей, фотографировала. И Дарсу Варгас залезла, сказала, меня тоже надо снять. Вот я ее снимаю, вам показываю. Кто смотрит наш канал давно, знает, что от девочки отказались прежние владельцы, попросили ее пристроить. Я ее забрала вместе с ее детками. Ее детки в продаже. Ее детки — это Феликс и девочка Омега. Дарсу Варгас является нашей дочкой, дочкой Евы, нашей черной чихуашки, а также является внучкой нашей Мэрички. Вот такая вот девчоночка, которой 2 года, остается жить у нас. Она очень себя хорошо ведет, послушная, слушается. Мы гуляем с ней уже без поводка по городу. Она прекрасно себя чувствует. Спит, конечно, она со мной. Мы ей разрешили спать с нами на кровати. А теперь в кадр пришел наш мальчик Сириус. Сириус в поиске мамочки и папочки. Сириус — это сыночек Евы. Папу зовут Купидон. Вот такой вот мальчишка. Активный, очень активный мальчик. Будет маленьким, он не будет большим. Ему уже 4 месяца. Мальчишка в продаже. Полностью привит. Все меня... Кто там капкает? Кто там капает? Похож, не знаю, мне что-то так хаски напоминает. Ну, вообще не похож на хаски, но я что-то говорю. На хаски похож. Ой, пришла Омега. Омега залезла. Омега, девочка, также ждет своих мам и пап. Девочка, привита. Привита полностью. Девочка очень активная. В продаже у нас 1 девочка и 4 мальчика. Не упади только, хорошо? Хорошо.